Однажды я кушал и искал видео, под которым мне было бы приятно поесть. И вот в трендах всплыло оно. Из-за него я и снял данное видео. Я решил проверить, так оно или нет на самом деле. Я взял вот обычную вилку, взял гитару. И сейчас буду пробовать играть. А вы подпишитесь на канал, поставьте лайк, подпишитесь на мой телеграм, он в описании. Также у меня есть тикток, но он сейчас бесполезный. Так, зажмем на аккорды М. Сначала попробуем что-нибудь сыграть. Простое такое. Даже не пойму, как держать ее. Наверное, вот так. Звезда по имени Солнце легко получилось. Тут главное ритм поймать и держать как бы параллельно струну. Наверное, вот так примерно. Вот. Тогда точно все получится. Ну, давайте сыграем, попробуем что-нибудь такое. Вот это уже сложнее. Сложнее, не с первого раза, конечно, получилось. Но уже неплохо. А можно ли сыграть, например, перемен? Ой, то в галоп играть вилка как-то. Нет, вообще не получается. Тоже. Если что, у меня гитара настроена на полтона ниже. Если она покажется вам расстроенной, то это из-за того, что она на полтона ниже. Чтобы у меня классика, чтобы у меня не вырвало ничего, не покоцалось, и все было хорошо. Да и петь мне удобнее под полтона ниже, потому что у меня баритон. Например, дайте танк маленький. В общем, эксперимент какой-то такой. Не советую, конечно, играть на вилкой на серьезе, воспринимать это как-то как один из способов, но ради фана, ради веселья вполне сойдет, знаете. Это экстравагантно, даже я бы сказал.